Мы когда заехали в Украину, везде на заборах, там, где уже проходили какие-то боевые действия, и проходила наша армия, и, короче, надписи типа, блядь, там, русские оккупанты, уходите, мы вас не звали, мы вас не ждали, типа, и, то есть, вот еще Россия захватчики, там, Путин хуево, блядь. Ну, потому что, блядь, вот ты вот едешь, вот мы ехали, у них поля такие чистые были, бля, сейчас все засорено, все подожжено, везде дорогам пизда, везде какие-то ямы, горевшая техника стоит, тела лежат. Остановка была, и получается, ну, спиной к остановке, блядь, ну, просто лежит тело. Ну, там, в сидячем положении, блядь, ну, видно, ну, мертвый человек. А сверху надпись «Не хуй шастать». Я же говорю, вот с этой надписью, блядь, «Не хуй шастать». Вообще не забуду. Они долбоебы, я своих очков больше, чем бандеровцы, блядь. Магазины разъебанные, бля, дома разъебанные, то есть, ну, и вот таких моментов просто, ну, дохуя на самом деле, дохуя, и ты тут все просто едешь, и ты это видишь, и обстановка, блядь, проезжаем, допустим, колоннами села, блядь, иногда выходит автожитель, ну, то есть, блядь, вот как мы ехали, когда колонны, блядь, по концу начали стрелять, ебать, то есть, ну, понятное дело, мы, блядь, жители там не рады, нахуй, когда там в селе тоже стояли, мы когда приехали, нам сказали, блядь, женщина вышла, нахуй, просто начал обстреливать колонны. Я не чувствую себя, знаешь, как вот, допустим, чувствовали там наши прадеды, блядь, когда великочисленный выигрыш, они, блядь, правое дело делают. Я вообще, никто из нас этим гордиться не будет. Он уже, блядь, уже слегло. Это просто такие потери, ебанутые.